Так чем могу помочь, а? Так чем могу? Так чем могу? Так чем могу? Thank you.
Так чем? У тебя на столе стоит почтовый ящик королевской почты. Да. Помимо всего прочего, я ведаю королевской почтой. Можно заглянуть? Разумеется. Приятного чтения. Прощай. Я принес дохлых накеров, чтобы доказать... Я знаю, что это доказывает, ведьмак. Награда твоя. Thank you.
Thank you.
Интересно, сколько их еще?
зараза!
балуй, ведьмак! Вали отсюда! Я разобрался с эндриагами. Я-то тебе верю, но вот комендант... Труп пойдет за доказательство? Вполне. Вот твои деньги. Что это там? Покайтесь, пока не поздно! Так чем могу помочь? Так чем мы... Так чем могу помочь?
Мои цены останутся прежними, и вашу гильдию я вступать не собираюсь. Так чем могу помочь? Так чем могу? Так чем могу? Так чем могу? Ha!
Ты нам поможешь? Я уж думал, не выберусь отсюда. Что с тобой? Со мной все в порядке. Но мой друг остался в этой проклятой лечебнице. Седрик говорил, что двое пропали около сожженного имения. Меня зовут Руперт Брандхубер. Я доктор из Аидирна. Мы с моим товарищем разыскиваем редкие травы. Этот лес не лучшее место, чтобы собирать травки. Нам говорили, но мы не поверили. Мы дошли до пепелища, трав никаких не было, но внизу, там было что-то ужасное. Мне удалось бежать, а Грыдля... Что это? Ты слышал? Это пес Грыдли. Чувствуешь? Что-то приближается. Помогите! Этого делать. Они были безумнее здешних обитателей.
должны были так поступать со мной. Эти люди были невиновны, а я... С огнем я играть не буду. Горячка, судороги! Зрачки расширены! Больно! Горячо! Тебя. Помоги. Они заслужили страдания. Прошу тебя, помоги. Дай лекарство. Пол! Движется! Он... Возьми. Я не... Что? Если тебя не успокоить, может, какие-то... Уходи! Уходи! Они так и не поняли, в чем дело. Спокойно. Отлично. Тогда рассказывай свою... Давай, Грыдля, всегда есть какая-то история, выкладывай. Мы были айдирнскими солдатами. Во время прошлой войны с Нильфгардом я помогал Руперту в лазарете. Наш отряд стоял в этом дворе. Было все равно, кто там живет. Психи были послушными. По крайней мере, поначалу. Как-то раз разведчики схватили нильфгардца, который помогал прятать награбленные в Эйдирне ценности. Это было все равно, что выиграть в лотерею.
Мы уже раньше слышали об этих сокровищах и допрашивали каждого пленного из армии нильфов. Брали всех, и это сработало. Мы решили заставить его говорить. Пытками? Командир велел его колесовать, но Руперт сказал, мол, знает способ получше. В округе растет странная трава. Кто выпьет отвар из нее, может говорить только правду. Командир допрашивал пленного и чертил карту. Остальные просто рехнулись от радости. Мы уже делили сокровища. Вели себя все смелее. Жрец, который присматривал за психами, стал возмущаться. Кто-то из наших раскрыл ему башку. Ты очень складно рассказываешь, Грыдля. У тебя есть шансы уйти отсюда живым. Что было дальше? Пленный сказал, где сокровище, а командир приказал четвертовать его на глазах у психов. Они и раньше бывали буйными, а когда увидели кровь, то они как с цепи сорвались. Многих пришлось зарубить. Даже и не знаю, как вспыхнул пожар. Кто-нибудь уцелел? Мы вынесли оттуда девчушку. Ладная была. Неразговорчивая, но услужливая. И что же, на вторую ночь убила командира, сперла карту, и только мы ее увидели. Шла война. Так что не было времени ее искать. И вы вернулись через столько лет? Вы действительно думаете, что найдете ее здесь? В жизни мне не повезло. Руперту пришлось еще хуже. А это последний шанс, чтобы одурачить злую судьбу. Фортуна нам один раз улыбнулась. Может, мы еще у нее в милости? Ой, я бы на это не рассчитывал. Мы имеем дело с тяжелой разновидностью проклятия. Думаю, для начала нужно найти останки того нильфгаардца. Уходи! Уходи! Оставь меня! Прочь! Прочь, уйди! Уходи! 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 Кровь! Кровь! Откуда эта кровь? Надо отмыть! До костей, до камня! Это моя? Неважно, надо смыть! Уходи! Уходи! Волк привел волка. Чего ты хочешь? Их смерти? Двое из 20 вернутся туда, где не осталось ни одного. И их осудит один. Если он будет милостив, то накормит ими мертвых. Если же жесток, даст им то, зачем они пришли. Пророчество. Отлично, этого можно было ожидать. Ты принесешь мне их сердца, чтобы я мог упиться их трусостью. Ты принесешь мне их глаза, чтобы я мог в них взглянуть. Это предложение? Отлично. Я сниму это проклятие, так или иначе. Уходи!
заслужили страдания! Уходи! Он движется! Он ползет ко мне! Что? Я встретил призрак Нильфгаардца. Пойдем, найдем твоего товарища. Грыдля, ты жив? Что было внизу? Я встретил дух имперского солдата. Ты ведьмак, вот и избавься от него! Дух жаждет мести. Это он призвал вас на место уб... Боги, ты же не станешь... Призраку нужны ваши глаза и сердца. Обмани... Я мог бы отдать ему сердца накеров. Ведьмак, умоляю, возьми свиные глаза. Свиные сердца? Ты ведьмак. Что? Вот и избавься от него. Грыдля! Я... Ты ведь... Уже. Кого я вижу? Не забыли меня, Коновал? Ты обманул нас! За всякое преступление есть кара. И только искупление положит конец проклятию. Я оставляю их тебе. Ты мне больше не нужен. Время начать пир, ребята!
И начали, а это была государственная квартира, они как бы там...